Окиселись, блядь. Так, ладно, я нагоревший. Ну, пойдем что-то попробуем. Я тут, конечно, не... Silent Johnny? А ну, шо по противникам? Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Тип с двумя эсерками, нахуй, блядь. Чё, сля? Ой, блядь. На четвертых и на шестых патрончиках решил. На ваши типы из семьи. Блядь, это... Вайтман. Ебай, охуевший сейчас будет. Пиздец, это ж с моего клана тип. Кто баклуши бьет, то только мы можем делать. Не понял. Немедленно извинись. Да вы чё, я еще даже не добежал никуда. А уже все, один остался. Вы чё? Не, ну ладно, я в принципе не против. Я тоже, но блять. Имейте уважение какое-то, ребята. Я только загрузился, уже никого нету. У меня тут кто-то топает. Это где? Это рейс. Watch the perimeter. Я уже у них под спауном. Где они? Всегда я ночь. Лысая дочь. О, ужас. Самый, да. Уля-ля. Danger ahead. Ой, блядь, а, все. Я тут очень сильно пригодился. Я, блядь, прибежал чисто карты у них, блядь, со спауна позабирать, нахуй. Очень увлекательно было. Watch the perimeter. Вы кого добьёте? Вот эту кнопку нажимаешь. И ждёшь, пока будет 430 и 3 дома. С двух сторон. Так, ладно, что мы делаем? Либо забирали карту. Реймонда убили уже? Да. А, все, я полез тогда на сгоревший. Ворон, давай, лети. Да не... Ага, блядь, я там не забрал кого-то. Даю метку на конты. Ты лезешь наверх уже, да? Да. Угу, тогда я в другую сторону пошел. Я надеюсь, блядь, он понимает, что не надо вешать сразу лица. А Сайлент Джонни, это же стример, да? Я не знаю, кто это. Калия Путин. Я никогда о нем не слышал. А, блядь, рысик зачистили вообще? Капец, зашел в рот, я говорю, они уже всех убили. Только от бота успел призвук получить. Да ладно, пошел тут.
Бой! Запавших братьев наших! Это мотивация, да? Благословенно вечная их... Что? Это мотивация, это боем. Ой. Да-да-да. Я как этот. Мотиватор, главный. Командир. Боже. Danger ahead! Ух, ты видишь уже, блядь. Watch the perimeter! Угу. Единение! Я замуха! Все получится, я вас верю. Блять. А вы слышите меня, да? Да, слышим. Да. С монолитом! Смерть! Лютая смерть! Something's wrong. Watch the perimeter. Шмумрак. Благодарим тебя. Не, это мы слышим. Мы сразу. Иди нахуй. День и воссияет вновь монолит во славе своей. И придет день и воссияет вновь монолит во славе своей. Что я? Danger ahead! Danger ahead! Что, еба... Бой, защитники монолита, в бой. Watch the perimeter. А что, враги еще остались или все? Да. Ага, заглушали его. Danger ahead! Ну, это отлично, ебать! Всё оптимисты. Ты что нахуй? Ты как это сделал, блядь? Как он это сделал? Watch the perimeter. Help me. Понятно. Блядь. Первый, не лезь на рысик, блядь, спаси первого, спаси сначала нашего. Ладно, пусть не можешь лезть на рысик. Тут не там, во втроне. В втором этаже есть. Бешеные нахуй какие, блядь. Что за войска, блядь? Слышь, хуй с ним вешать. Если что, то... Вешайся. Thank you.
Watch the perimeter. Что это, блядь, такое? Так, не бей баклуша, Джонни. Джонни, успокойся. У меня ощущение, что меня пролагало, когда я сюда зашел. Угу. Тупо 2, тебе... 4, 6, 8. Зачем 10. L85? Ты стреляешь с этого? Ты что, псих? Хуйня, ё-моё. Подожди, а ты с телефона просто? Если с телефона, там проще стрелять с этой фигни. Ну ладно, не фигни, имбы. Извиняюсь. Давай называть это просто L85 и все. L-ка, просто L-ка. Лисос. Тут, по-моему, собака сломалась. А что-то ебалом в стену идет. Лестницу поставили. Нахуя мне тут лестница? Куда я, блядь, лезть буду? Лампочки менять так нахуй надо. Вот у меня свет, блядь, без ламп. Спортзал открыли, блять, он вчера закрыт был. О, реально. Бой, защитники монолитов, бой. Ну, короче, так посмотрел, мне вот эти скины выпали, ну, типа этот, вот эта залупа в кепке и та пизда в берете. Ебать, эта залупа в кепке посимпатичнее выглядит, та пизда в кепке. Ой, в этом. Не, Джон, правильно. Красиво. Джонни, точнее. Да. Выглядит красиво. Ну, чуть-чуть помешано, но красиво, в любом случае. Я надеюсь, я в этот раз успею куда-нибудь бежать. Сверчок, колобок, король и шут, ну короче... У них вот этот именно три какие-то фенечки только. Так, ну я. Оба, уже ворона ебашат. Сейчас я залезу на это. Ага, у меня рыськи тут вот хорошо. Ну как так-то? Пока не отпиздим всех соперников, рысик на этом, на сгоревшем не чистит. Ящики, ничего, склады. Король и шут умер. Я исполнил. Верни нахуй горшка, блять, верни давай на. Чё, ёпта. Извини, верни, но это горшка. Было предначертано. Скуда, верни горшка. Именно горшка, а не горшок. Горшок там не нужен. Он уже старый, или горшка. Сверчок сдох. Когда успел? Больше не сверчит. Я чекаю текстуру. Где еще какие-то склады? Опа, у меня здесь кто-то рядом. Watch the perimeter. С каких складов? Откуда кто, блядь, стрелял? С контейнеров, может? Да. Блядь, я не вижу там пока что никого. Оба, Реймонд. Поднимаются на второй этаж. Буду ждать на третьем их. Афродит. Их трое осталось, да? Колобок мокнутый. Афродит, походу. Да. Двое в новострое по-любому. Инфа сотка.
Если полезут на третий этаж, попробую поснимать. Они полезут. Там позиция хорошая. На третьем этаже есть. Двое на третьем этаже. Ну вот, нахуй, меня уже нет, блядь. Печально. Все знаете почему? Потому что я не включил, что монолит и прочая хуйня. На третьем этаже есть. Слышишь, смотри этот выход, ты понял? Его. Видишь? Видишь? Ай-яй-яй! Ой-ой-ой, нахуй. Отсюда, если пикнешься, можешь словить сразу в ебало. Ты крипту ищешь, да, на корабле? Нет, я меняю позицию. Watch the perimeter. Да, отсюда все так замечательно видно. Да, аж нихуя. Получу. Джонни рысик разъебал. Watch the perimeter. Что-то их не видать больше. Они ушли оттуда, походу, уже. Денежка один улетела. Не ушел. Не трое там, значит, были. Но... Ну все, пизда им. Джонни разозлился. Ну и третий, походу, там же где-то. Да. Можно я что-то... Можно я какой-нибудь пользу принесу? Спасибо. Иди очки пособирай, блядь. Ебать. Так и быть. Джонни, ты хорош. Распаковку Ночная нихуяма. Ночная выгребная яма, блядь. Гита Кизяков. Пиздец. Так, ну их скорее всего надо будет ждать на горе с фуникулёра. А чё у них по оружию? Один просто с калашиком. Второй с нелеталкой. По сути... Еще один с нелеталкой.
По сути, только один с леталкой. А, нет, двое с леталками. Балу и пряня. Орел и жук. Вражья. Ну, тот еще жучара. Когда, блядь, тот орел, еще тот петух. Все. Он тоже птица, правильно? Ну да, да. И тоже летать не умеет. Ну, умеет, но хуёво. Недалеко, блядь. Сука, должна нахуй, у тебя такая отдыхалка должна быть, чтобы ей, ну, хуй, блядь. Блядь, ну вот, один летал. Всё-таки есть кто-то на горе. Там еще есть. Danger ahead. А, этот... Ни одного не вижу. Там двое вот тут. Не-не, один то, что, ну, не добился, и потому показало, что он... Как живой. В теплоте. А, их там куча, они все на функе. Вот там. Danger ahead. Блять, сука, забыл, что у меня в руках, блять, КС-ка. У меня просто и на КС-ке, и на этом. И на... На ДР-ке, короче, теплоки, нахуй. Я такой, блядь, чисто навелся ему на голову. Шел. На голову. Так, уже в компьютерке есть. Danger ahead. Оп. Уже нет. Вообще-то уже нет. Ага. Это радостная новость. Значит, теперь там буду я. Кто у них остался вообще? Пряня. Пряня. И сулугер. И что оно такое-то пишет, блядь, непонятное. Заебался я сидеть. Пойду где-то прогуляю. О, придумал. Пойду очки заберу на этом. Ого. Там чё, блядь? Джонни, что случилось? О, у меня там бегает. Никита, нахуй. Ты, блядь... Так надо. Но носишь гордую фамилию, блядь, своих предков. Кто они там были? И умираешь вот так вот. Не по-хизиковски это. Где ж последний, нахуй? Они похуели. В том-то и дело, блядь, вы сидите где-то мышить, нахуй. Бьет нас всех, нахуй, еще. Сейчас мы соберем карт. Watch the perimeter. Он пока не выглядывает. Help me. Кто там опять? Никита, блядь. Никита, что ты позоришь предков своих? А его зарезали? Никиту? Нет. А, да? Да, он должен насторожиться. А кто? Откуда? Получается. Не знаю. О. Опа, нахуй, я нашел тебя, блядь. Чё, хорош, нахуй. Мы станем знаменитыми! Мама, мама, смотри, я в телевизоре! Я в компьютере. Да ты в компьютере, а я в телевизоре, блядь. Ауф! Ауф! Так, каков наш план? Заходим в спину и ебем. Просто долбим. Я согласен.
Вы, я вижу, вы братья, да? У вас у обеих брони ебаны на... Ну так. Братья, по несчастью, нету бронепластин, починиться не можем, просто ужас. Вам бронепластин отдать, чи что? Я могу вам ящик бронепластин отдать, типа не проблема. Я их в свое время насобирал, когда рейд был немножко иным. И сейчас, короче, пиздец. Сейчас я не знаю, куда их просто деть. Так, ну я в компьютерку сразу. Погуляю немножко. Тут. А где противники? Вот он. Ага, уже там, да, есть? Или не есть? Ой, до свидания. О, господи. Можно как-то по одному. Так, там еще есть. Где да, враги? Убежал-то. Кто у нас вообще враги? КГБшники. Три. Рыська. Вот она. Блять, не попал. Yes, yeah, вот все. Да, там на пятой метке. Типа через текстуру. Оп, блять, меня уебали с военки с холма. Watch the perimeter. Danger ahead. Да там камень, ты не прострелишь, фаран. Наш камень, никто не прозрает, но она есть. За рубля. Заебала она меня, но ее на. Watch the perimeter. Something's wrong. Danger ahead. Something's wrong. Watch the perimeter. Something's wrong. Something's wrong.
Danger ahead!